Роман, я начала вот этот наш разговор с одной невероятной историей о том, как один русский заставил плясать под свою дудку американского президента. Ну, может, не совсем, да, может, не совсем под дудку, но тем не менее, это... Такое возможно. Ну, вот была такая вещь. Вот мы выясним, это правда это или нет, или это журналистская байка нашего сегодняшнего гостя. Никита Власова. Здравствуйте, Никита. Никита – аккордеонист, лауреат такого количества конкурсов и фестивалей, что да, все мы перечислять не будем. Ну, да. Всемирно известный музыкант. Правда или придумал? Нижегородец. Да, нижегородец. Да, нижегородец – это очень важно. Правда это или придумал наш брат-журналист? Ну, братья-журналисты часто что-то придумывают, но здесь… И сестры тоже. А, сестры, да, сестры тоже не отстают. Но, на мой взгляд, он приукрасил просто. Как было на самом деле, расскажите. На самом деле было так, значит, как всегда получается, виртуозы Москвы за два дня мне звонят и говорят, мы играем на юбилей у Ельцина. Играем все ту же программу, три танго. Они очень красивые. Они потрясающие, это вообще одно из них даже заслужило Грэмми. Потрясающе. Да. Я приезжаю туда на репетиции, и мне рассказывают о том, что будет, оказывается, будут 15 президентов разных стран. В том числе патриархат, в том числе правительство, то есть вот весь практически вся элита мира. И, разумеется, когда ты видишь это только по телевизору, вот всех этих президентов, они сидели в первом ряду в гербовом зале. Разумеется, первые две минуты я только разглядывал. Мне интересно было посмотреть, да, что за жены у них там, что за свиты и так далее. Вот. А про Билл Клинтон, действительно, он же музыкант. И музыкант достаточно серьезный, он саксофонист. Вот. И дальше уже после этого был просто небольшой сейшн, когда уже все закончилось. Вот. А у нас девочка была, играла на саксофоне. Но он взял и начал подыгрывать нам. Ну, соответственно, какой-то неровный метр он отбивал. Я бы не сказал, что он плясал, как он написал. Но это был сессион. Правда, непонятно, по чью же был. Знаете, я тоже играл. Я думаю, что под нашу общую дудку он плясал, и я тоже подпевал ему в этот момент. Но было здорово. После этого мне тоже интересная история. Вручили часы. Денисову. У нас есть такой мастер, очень интересный. С росписью, с пометкой от первого президента России. И что самое интересное, поехали мы на гастроли, по-моему, в Европу. И как раз в этот день, я помню, шел дождь. Слякоть как-то не очень приятно было. Мы ждали, значит, нашего транспорта. И у меня слетают часы в этот день, когда умирает президент. И разбиваются, да. Вот, это было, не знаю, что это. У него же была какая-то связь с вашим инструментом, на котором вы играли? Ну да, он играл на этом инструменте. Мало того, он и президент Беларуси играет на аккордеонах, на баянах. То есть это тот период времени, на мой взгляд, советский период времени, который развил этот инструмент до высоких каких-то пространств. Потому что мне, например, было удивительно, когда вот я читал про вас, про вашу историю. Вот вообще история абсолют, конечно, удивительная. Если начать ее с самого начала, то ваша мама, которую, собственно говоря, вы обязаны практически всем, она сказала такую вещь в интервью в одном, что мы с самого начала планировали вырастить вундеркинда. Там она хотела и планировала. Мне казалось, что это невозможно. Вот когда так родители планируют вырастить вундеркинда, обычно ничего не выходит. Ну, скорее всего, я думаю, что и мамины слова, кстати, царствие небесное, мама нет уже, наверное, немножко как-то интерпретировали, да? Или это да реально? Нет, я думаю, что это тот человек, который, знаете, как, если мы скажем, начнем говорить про веру, да, вопрос в вере. Веришь или нет? Вот она верила. Вы талантливый, что ребенок... Нет, она верила в какое-то свое предназначение матери. Она действительно, вот сейчас возрастом понимаю, что есть настоящая женщина. Да, их не так много в нашем времени, в нашем мире. И мне повезло в этом смысле.
и бабушка, и мама, и моя супруга, они нам, для меня являются очень-очень-очень-очень ценным. То есть, ну, все равно с мамой все началось, и конечно, мама сыграла огромную роль в том, что вы стали таким музыкантом, такого уровня, мама каким... Мама дала всю жизнь свою на мое воспитание, на мое образование. А это правда, что она взяла вас под мышку однажды и с маленьким чемоданчиком уехала в никуда? Как в никуда? В Нижний Новгород. Ну, хорошо, в Нижний Новгород, но фактически в никуда. Но здесь ее не ждала квартира, здесь ее никто не ждал. Здесь был педагог. Который тоже не ждал. Это правда. А мы, да, вы все верно сказали. Абсолютно даже буквально можно воспринимать это. Помню чемоданчик, помню себя маленького. Помню город Нижний Новгород. Мы попали как раз, я уже сейчас не вспомню, сколько лет было, на праздник города. И, конечно, это все потрясало своей масштабностью, своей красотой. Хотя мы долгое время жили в Донецке. И надо сказать, что этот город тоже отличается от многих своей красотой. Вот. Но, тем не менее, приехав сюда, увидев это все, узнав профессора этого, надо сказать, что она знала о нем давно. Виктор Иванович Голубничий, да, это мой крестный отец, на мой взгляд. Вот она осталась. Уже по прошествии этих лет я могу сказать, что квартир 15-20, наверное, мы сменили, пока Валерий Павлинович, да, не помог нам с квартирой. То есть жили, не имея даже просто постоянного жилья? Да, можно сказать и так, да. То есть она работала, отец через некоторое время переехал. Выбор вот именно инструмента аккордеона. Да, потому что есть баян, например, тоже прекрасный инструмент. А почему аккордеон, а не баян? Ну, все очень банально, потому что по аккордеону и по фортепиано были... Мне пришлось сразу учиться на двух инструментах. То есть меня завалили. Я любил всю жизнь футбол и всегда сматывал с концертов. Либо не приходил на них, либо улетал после концерта сразу на тренировки. Ты занимались тоже футболом практически? Вот, да. Серьезные, да. Мало того, были случаи, когда меня уже, знаете, такого холодного, голодного, значит, которого стекает просто все, что возможно, приносили на концерт. С поля, значит. То есть обычный нормальный ребенок. Нормальный ребенок, мне кажется, как и все. Вот. Было два педагога хороших. И поэтому туда меня и отдали. Плюс был хороший педагог по иностранному языку, тоже туда давали. И вот так вот везде. То есть свободного времени у меня не было. Было, если вы играли в футбол. Но... Да, разумеется, но это не свободное время, это мое хобби, мое любимое занятие было, поэтому... Вы знаете, я вчера была на концерте, послушала... Это пьеса, наверное, наполовину импровизация, называется она «Признание». Ну, я вообще была просто... Я улетела. Я куда? Была в восторге. Куда? Я куда? В восторге была до слез, до каких-то, до мурашек. Вообще, вот ваша игра и владение инструментом просто совершенно фантастическое. Видимо, не я одна восхищаюсь, потому что маэстро Спиваков вас схватил однажды, да? И не отпустил, да. Вот расскажите о том, как вы сотрудничаете с ним, где вы побывали, где вы поиграли, что поиграли и как вас принимают. Началось все с фонда Спивакова. Вы его поразили своим исполнением «Полета шмеля». Это тоже, наверное... Это тоже байка? Это тоже байка. Потому что везде написано, что он услышал, как вы сыграли «Полет шмеля», и после этого позвал вас выступать. Да, потому что журналисты очень хорошо понимают, что эту музыку, это техника, быстро ее... Не-не-не, Спиваков такой уровень, что его, наверное, «Полет шмеля» никогда не поразил. Нас отправляли постоянно в какие-то поездки.
практически с 12 лет, а может быть даже раньше, были поездки в Гаагу, были дипломатические поездки, где дети представляют Россию. Я играл там Дворжика, играл в Шнитке, то есть достаточно серьезную музыку, да. И после этого он подошел и говорит: я хочу с тобой поиграть. Но я на тот момент не понимал, потому что мы после концерта пошли играть в футбол, мне нужно было срочно попасть с французами поиграть. Ну что ж там, как не потеряться-то? Да, да, да. Вот. А, помню, в тот день был концерт Соколова у Григория, то есть это величина. Мы даже на этот концерт не пошли играть в футбол. Ну, дураки, конечно, да. Вот. А, давай играть. Хорошо, давайте, что играть? На тот момент, я еще раз повторяю, я не понимал, насколько это серьезно? Нереально. А, нереально? Нереально. Что это такая вообще, ну, скажем, нет, разумеется, удача, я... которая к вам сама упала в руки? Да, разумеется, нет. То есть он потрясающий человек, он настолько прост и одновременно с этим... Мудр, а, мудр, я бы сказала, да, так, да. Что он может найти вот даже к такому вот еще, скажем, несостоявшемуся человеку подойти и как-то по-свойски обратиться к нему, чтобы он не переживал, не знаю, как-то не ушел в себя. И после этого началось, да, в то время уже Пиццола был на пике, наверное, признания в России. Сделали 5 танго в аранжировке. Тоже ребят, которые в виртуозах. И все началось. Могу сказать, что был год, это действительно так, когда мы сыграли со Спиваковым 80 концертов. Только со Спиваковым. 80? Да. По всему миру? А, по всему. Три концерта в день, например, только по Москве. Вот. А где мы проехали практически все. Три концерта в день – это же очень... выматывающе. Это даже, наверное, футбольный матч с этим не сравнится. Согласен. Для меня выматывающе скорее не концерты, потому что с самого начала началось творчество на сцене. Мы не выходим играть, и у нас не строится какая-то... Вы знаете, вот бывает, да? Музыканты математики. Да, которые все выверяют, как у них, как, не знаю, как... Все как по нотам, да. Это ну, называется. Ну, как компакт-диск, да? То есть все время на концерте как будто компакт-диск учился. Такого не было. Спиваков, да? Он управляет оркестром, вот я всегда люблю это повторять. Может быть, это не сравнение, но как, я не знаю, с автомобилем Феррари, например, да, или Бугатти. Оркестр слушается, я не знаю, на каком уровне. Это что-то... Ну, видимо, весь спектр данных людей, уважения и так далее, оно вот как раз и формирует вот это звучание. И с первого дня началась вот эта импровизационность, и она не утомляет на концерте, а утомляет то, а что ты... наверное, утомляет. Нет, утомляет инструмент, который весит 20 килограмм, mm-hmm. и который ты должен нести постоянно туда, сюда, туда, сюда. Чисто физическая работа. Понимаете? Ну, у вас же закалка, у вас же ноги накачаны, если свалились, то есть это спасало. Все в порядке, но не спасает во многом.
Инструмент профессиональный, 20 килограмм, его никак ничего не кстати, сделаешь. Мы это слушаем от чародея музыки. Да. Вообще, человек называет чародеем аккордеона, не музыки, а чародеем аккордеона. А он его инструмент у нас. А инструмент-то вот, вы по-прежнему играете вот на том инструменте, который в России сделан? Или у вас еще сейчас другой инструмент? Конечно, конечно. Буквально сегодня мне звонил. Опять же, мы с Дмитрием уже лет 15, наверное, тоже с пеленок вместе. Сейчас он возглавляет эту фабрику. Не фирму, а именно фабрику. Да. Фабрика сейчас подписывает контракт с нашим торгово-промышленной палатой и занимается тем, что будет поставлять инструменты по России и за рубежом. Вы лицо бренда, получается? Ну, не только я. Есть Александр Скляров, наверное, величайший музыкант, на мой взгляд, который тоже является лицом компании. Вот. Ну, и поездка в Китай как раз. Вот впервые я в жизни недавно был в Китае. Это как раз концерты, связанные с фабрикой АК. То есть, наконец-то, хоть что-то у нас идет не из Китая, это правда. А наоборот. Что-то почему мы об этом так мало... Вот рассказывайте об этом и вообще рассказывайте о том, как вы там покорили Китай. Могу сказать так, что когда я приехал туда, меня покорил подход китайцев и их прием. Это было на самом высочайшем уровне. В 8 утра меня уже встречал лауреат Кубка мира. Как это не смешно звучит, Кубок мира по баяну аккордеон. Да? Да. Встречал в гостинице, значит, и... А я ни часа не поспал, потому что вот этот перелет и все, эта разница во времени. Я встречал, мы пошли на мастер-классы. 5-6 человек, причем тоже они все чемпионы, не чемпионы. Инструменты самые высочайшие. Да. В консерватории, центральной консерватории Пекина. Это огромнейшее, потрясающее здание, не хуже, чем Дом музыки в Москве. Удивительная обстановка. Афиши, вот в нашем понимании, афиши, которые бумажные, у них там нет. У них только стенды, у них только... Огромные мониторы и видеостены. Это хай-тек такой. Это потрясающе меня. Это меня, конечно, задело. Потому что знаешь, что у нас умы, у нас культура, у нас история. Дай бог, чтобы мы дошли вот до такого рода эволюции. Потому что это тоже действительно это подкупает, потому что мы зашли в зал, оказывается, это зал только для аккордеонистов и баянистов, которые занимаются. У них отдельная студия для них, звукозаписи. Давайте сейчас здесь прервемся, поставим небольшую точку запятой в нашем разговоре. У нас короткий рекламный блок, после чего мы вернемся в эту студию. Это программа «Ars Longa». Мы возвращаемся. У нас сегодня в гостях аккордеонист нижегородский Никита Власов. Знаменитый, всемирно известный. А вы же еще тоже начали преподавать. Да, я преподавал какое-то время в академии, в консерватории нашей. Вот. И как вам вообще? Потому что мы много слышали разного мнения о музыкальном нашем образовании, о детях. Вы сами прошли весь этот путь. Вот вы бы что-нибудь поменяли? Или нет? В системе образования музыкального. Мое дело не менять. Мое дело помогать, воспитывать. Менять должны другие люди, профессионалы в своем деле. В министерстве у нас потрясающий человек с большой буквы Сергей Александрович Горин. Я его очень люблю. Друг нашей семьи. И... менять какие-то, я не знаю, структурно, перед записью вы сказали, что у нас слишком много лауреатов всяких конкурсов развелось нынче. Но это проблема, это не образование. Это отчетность образования. Почему у них их только лауреатов педагогу надо приложить диплом, что вот мой ученик, он лауреат, значит, ему дадут премию. Это система же от этого все идет. Все это связано. Дело в том, что здесь есть вторая сторона. На мой взгляд, аккордеон и баян, ему всего 100 лет. То есть, если мы возьмем классические инструменты, конечно, у них послужной список, у них история, у них великие авторы.
У них есть все. У них мы до сих пор пользуемся программой классических композиторов. У нас не так много своих авторов, не так много даже талантливых авторов. И поэтому все эти конкурсы, они связаны, наверное, с какой-то пропагандой именно наших инструментов. Потому что мне не довелось по-настоящему ощутить советское время, да, вот когда Гридин, когда Зыкина, когда ансамбль России ездил по всей России, по всему миру, когда их встречали в Ватикане, когда они приезжали в Штаты. Но это была популяризация, это было красиво, это было достойно. И после этого начались даже, я помню, у нас это шутка, конечно, реклама советского времени Баяна Топаз, понимаете, который может вообще может заменить, я не знаю, мне кажется, даже кого угодно. Понимаете? То есть настолько этот инструмент был развит в нашей стране. А сейчас сложные времена, и сложные времена во всем. И даже, наверное, все-таки ребенку купить баян для того, чтобы он мог дома на нем играть и заниматься, это, наверное, гораздо дороже, чем купить там, гитару и, конечно, или конечно. Там синтезатор даже тоже там. Ну, тем не менее, дешевле, чем купить фортепиано. Что если говорить об этом? Ну, фортепиано сейчас дадут бесплатно, вот ты открываешь газету, а там написано: заберите, пожалуйста, это с фортепиано самовывозом. Понимаешь, вот. Это правда. Я бы не стал сейчас критиковать. Я бы, наверное, в силу того, что часто бываю где-то в других странах, и мне интересно, да, мне интересно собрать как воедино все самое лучшее в этих странах. Я бы, наверное, пытался найти повод и возможность развития какого-то, да, и не только инструмента, но и образования и так далее. А критиковать смысла нет. Ведь те, кто придумывают это, они стараются лучше, они стараются сделать правильное, качественное образование. И тем не менее, у нас до сих пор, у нас потрясающие музыканты, у нас до сих пор остались профессора, которые ездят в тот же Китай, которые пользуются спросом невероятным там, которые приезжают в Европу. И это достойно, это наше лицо, я бы сказал. И тот же Нижний Новгород, наш любимый, он богат этими людьми. Поскольку время подходит к концу нашего разговора, очень хотелось бы задать такой банальный вопрос. Вы себя ощущаете нижегородцем? Или уже вы, так сказать... Гражданин мира, потому что ваше основное место жительства – это разные гостиницы в разных странах? Исключительно Нижний Новгород, потому что когда я к вам шел на передачу, я знал, что будет этот вопрос. Это провидец. Просто Никита заранее не знал, чем будем спрашивать. Нет, просто его часто задают. Да, сложно себя назвать нижегородцем, если ты родился в Донецке, через 2 года ты переехал в один город, потом переехал через год в другой город, там через третий. Да. То есть здесь, конечно, сложно. Но мне этот город дал образование. Этот город полюбил меня. Филармония меня воспитывала. Я ходил постоянно на концерты. Ольга Николаевна, низкий поклон за то, что она делает. Меня воспитала наша консерватория. Меня воспитал мой педагог. Наш губернатор подарил мне квартиру. И вы обрели жилье после 15 лет скитаний, да? Да. Я начал здесь преподавать. А моя семья живет здесь, а я живу здесь, несмотря на то, что живу на 2 фронта, и в Москве, и в Нижнем Новгороде, и в самолетах. Жена где живет? В Москве. Жена в Москве? Да. А вы еще не отец? Нет. А когда у вас появятся дети, они будут играть на аккордеоне? Вот это большой вопрос. То есть вы еще не решили для себя. То есть вы не решили, будете воспитывать? Вы знаете как, у меня мама говорила правильно. У нее было 2 работы. Одна в музыкальной школе, а другая в общеобразовательной школе. Тоже музыку она вела. Она говорит, огромное количество людей приходит ко мне постоянно. И я могу отличить мальчика, девочку, которые ходят ко мне просто как на факультатив. И могу отличить
от тех людей, которые ко мне приходят в музыкальную школу. То есть музыка дает, скорее всего, помимо эстетического образования, да, помимо духовного, помимо там же образы, ну плюс еще тактильность. Тактильность, она недаром у в Китае есть, в китайском образовании в 3-4-летнем возрасте у них есть народная игра с тактильными вот всякими шашки там и так далее. То есть они, это развивает мышление. Это очень сильно развивает. И в этом смысле, разумеется, отдам. Но только ненадолго. Почему, Никита? Слушайте, ну смотрите, вот такого музыканта я вчера смотрела, слушала и думаю, боже мой, ну как так можно, ну как так можно играть? Ну это же божественно. Божественно. Я очень рад, что вы пришли на концерт. Я очень рад и благодарен директору Валентину Дмитриевичу Гордееву и Виктору Александровичу Кузнецову за то, что они сделали с этим оркестром, развили его. И очень благодарен, что я работаю в нем. И, это все-таки ваше основное место работы. Да, да, да. Это то место работы, где я себя чувствую дома. Потому что часто мне приходится играть с оркестрами разных городов наших, даже с известными. И часто приходится отказываться от какой-то программы, потому что люди не до конца готовы. А вот этот оркестр, он обладая всеми качествами, опять же, вернусь к образованию, потому что Виктор Иванович Голубничий, Виктор Александрович Кузнецов создали, на мой взгляд, свою школу своего языка, своего величайшего развития. И поэтому все люди, которые играют в оркестре, это как раз дети этих двух людей. Это здорово, и уже в преддверии следующего сезона хочу сказать, что у нас будет интересная, на мой взгляд, программа «Музыка народов мира», многонациональная, где аккордеон, он является неотъемлемой частью, как оказалось, разных национальностей, разных национальностей. И там будет и грузинская, там будет и армянская, там молдавская и так далее. Везде аккордеон является каким-то, знаете, на уровне и бытовом, и академическом, и на всех уровнях он является как бы своим. И вот в этом смысле у нас будет программа, на мой взгляд, она интересна, потому что мы нашли красивую музыку. Красивую. Она будет интересна не только профессионалам, критикам, поклонницам Виктора Александровича, просто публике, любителям. Она будет интересна, я думаю, даже тем, кто никогда не слушал это. Это точно. Спасибо вам огромное. Спасибо. На этом мы завершаем. Я напомню, что у нас был в гостях Никита Власов. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. Но мы двигаемся дальше. Сейчас наша постоянная рубрика «Афиша самых ярких культурных событий наступающей недели». В Нижегородском государственном художественном музее начала работу выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», в рамках которой представлены около 70 произведений из собрания Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства. «Окна в Россию» — это не просто партнерский проект передвижных выставок. Двигаясь по интереснейшему маршруту с запада на восток, экспозиция реализуется современно, креативно и уникально на каждой площадке. Речь идет не только о показе вещей столичных музеев, государственного и частного, в региональных выставочных пространствах, но и о новом опыте. Своеобразным возвращением к наследию собственной семьи называют большую персональную выставку работ маститого московского скульптора Александра Рукавишникова. Автор является прямым потомком именитой купеческой фамилии, которую с полным правом можно назвать градообразующей для Нижнего Новгорода. С именем Рукавишниковых связаны многие архитектурные памятники. Дворец на набережной, комплекс зданий доходного дома по улице Рождественской и Нижней Волжской набережной, усадьба Подвязье недалеко от города. К столетию событий 1917 года и в рамках Дня знаний и Международного дня распространения грамотности в музее Добролюбова открылась выставка из его фондов «В начале жизни школу помню я». Это выставка старинных письменных принадлежностей, дополненная фотографиями выпускниц женских гимназий, гимназии Надежды Федоровны Геркин, которая перед революцией располагалась в бывшем доходном доме Добролюбовых, и Мариинской женской гимназии, которую окончила Нина Парийская, внучатая племянница Добролюбова. New Olds
Классика и инновации в дизайне. Новая выставка в Арсенале исследует идею старого и нового в дизайне. Рассказывают о трендах, формах и материалах, которые с одной стороны постоянно меняются, а с другой сохраняют тесную связь с историческим контекстом и традиционной культурой. Это лишь некоторые события, которые стоит увидеть. Живите культурно! Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Ищите нас в Фейсбуке, на Ютубе, на сайте nntv.tv и, конечно, в эфире телекомпании NNTV каждую пятницу вечером. Всего хорошего. Увидимся.